Участковая избирательная комиссия Тюмени готовится к единому дню голосования. Сейчас идет их обустройство, а заработают они 7 сентября. Тогда на своем избирательном участке можно получить открепительное удостоверение. По 6 сентября этот документ выдают в территориальных комиссиях. В областном центре они располагаются в управах административных округов. Для того, чтобы избиратель, который в день голосования не сможет по какой-либо причине посетить свой избирательный участок по месту жительства, мог реализовать свои конституционные и избирательные права в любом другом избирательном участке, который ему ближе. Открепительные удостоверения выдаются как для выборов депутатов областной думы, так и Государственной думы. Голосование состоится, напомню, 18 сентября.